Друзья, вот и пролетели эти 7 месяцев, на протяжении которых я пытался овладевать новыми навыками, вспоминать старые. И в результате этого делился с вами полученными впечатлениями и достигнутыми результатами. Помимо расширения багажа теоретических знаний, совершенствования практических навыков, этот проект помог мне обозначить состояние, которое необходимо поддерживать как во время тренировок, так и в целом на жизненном пути. Это состояние азарта. Благодаря различиям в требованиях, предъявляемых как в физическом, так и ментальном плане, атмосфере, царящей в кругу приверженцев, характерным ценностям и приоритетам, каждую дисциплину можно по праву назвать уникальной. Вместе с тем, с ходом времени становится очевиден симбиотический характер связи рассмотренных мной направлений, их взаимодополняемость и взаимопроникаемость. Держать все под контролем. Быть свободным в своих фантазиях. Гнуть свою линию. Переживать взлеты и падения. Выкручиваться из любых передряг. Стоять на своем, тянуться ввысь. Так рождается целостность. Подводя итог, могу заключить, что комплексное разностороннее развитие не просто благоприятно влияет на физическое состояние и увеличивает арсенал доступных элементов, но также способствует сохранению вовлеченности в тренировочный процесс. Несомненно, EasySame вышел познавательным и полезным для меня. Надеюсь, было интересно и вам, тем немногим, кто поддерживал старого Дрима и следил за развитием проекта. Благодарю всех и желаю не бояться перемен и пробовать себя в самых разнообразных начинаниях. Удачи на пути! To forget easy.